Алоха, дорогие друзья, рад приветствовать вас в уголке любопытного геймера. Сегодня с вами Ичи, солнышко вылазит, наконец-то дождик закончился, говно слякоть на улице, а у нас тепло, уютно, в общем. Надеюсь, все пельмени, там борщ, что вы кушаете под серии, приготовили, чаек набрали и поехали, в общем-то. Я специально нахожусь сейчас в менюшке, потому что как только я зайду в игру, и все, там уже начнется сюжетная линия. Как вы помните, в прошлой серии мы закончили, там оборвали ее. Поехали! Ты-ты-ты-ты-тым. Сейчас вроде не лагает ничего, там временно, я так понял, была тема. Ту-ту-ту. Пам-парам-п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 ам. Давай, Эдвард, станцуй, станцуй, станцуй. Ну давай, давай, Эдвард, ну, танцуй, танцуй. Господи, как ты ходишь, ужас. Вот это вот. Ну ладно, хватит над ним издеваться, а то обидится. Обижака. О, какой брутальный мэн. Слушайте, ну давайте уже быстрее загружайтесь, я же не могу там столько болтать-то, а? Люди же ждут, ёпрасоте. А ты так грузишься и грузишься. Мне уже нечего говорить, блин, я уже все сказал. Черт побери. Давай, грузись. О, сохранение, да неужто? Так, все. Сейчас главное ничего не клацать, иначе заставку пропустим. Ну, сохранение прошло. Отлично, все, поехали. Тишина. И мертвые с косами стоят. Забавно. Цингу лечить приятнее, чем болеть ей. А как словишь что-то от шлюхи и лечишься ртутью... Мечтаешь заражаться снова и снова. Вас что-то тревожит? Да, конечно, все хотят жить по правилам, так? Но под давлением инстинкты побеждают законы, сковывающие всех. Что влечет кредо, если оно не вызывает одинаковые поступки? Оно дает ощущение причастности. Что скажете? А, люди — это овцы. А старый волк вроде меня по праву пьет всю эту кровь. Отправляйтесь сюда. Лишь с верными людьми. Мудрец все-таки оказался достаточно мудрым чуваком, совсем не мудаком, как в прошлый раз, когда мы его встретили. Так. Что, нам на корабль? Да? На корабль? Нет? Не на корабль? Куда? 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 Чё там, блин, куда идти? Ладно, пойдем в карту. Заглянем на карту. Еще и сохранение идет. Ага, вот. Все понятно. То есть на кораблик. Вплавь, к сожалению, мы не пройдем. Все, пошли на корабль. Но где-то тут же у меня лодки, не? Лодки нету? О, придется еще вплавь. Плыть придется по лазурному берегу. Блин, вот вода, офигеть, а. Посмотрите только на эту воду. Так, а Б, да? Незаметно проплыть. Жалко, он не ныряет вместе с нами. Ну, камера, в смысле, внутрь. Не уходит под воду. Тишина. Офигеть. Месяцок бы вот так отдохнуть на таком пространстве. Так, выныривай, чувак, выныривай. Я не хочу, чтобы ты захлебнулся. Вот он плавает, а, в такой одежке. Это же чистая кожа, она тяжеленная, когда намочится. Жесть, как умудряется. Ну-ка, все радуйтесь, быстро. Ладно, я походу должен встать туда, чтобы все радовались, да? Эй, алло, кэп на, вообще-то. Ну ладно. Капитан, поймать ветер! Привет, Адэ, я тоже давно тебя не видел. Поехали. Блин, у нас еще есть же этот пиратский. Так, отсюда выйдем, да? На полном ходу. Пойдем. О, ребят, что-нибудь повеселей. А о, пойдет. Ништяк. Так. Нам вырулить сюда.
против ветра, конечно, идем. Скорость минимальна. Волн. Штиль полный. Ну, правда, мы тут в этом, не в открытом море, чтобы видеть погодные условия. В таких вот ущельях течение всегда минимальное, плюс-минус. Так. Блин, туман адский, да? Вот как вот раньше вот так вот, когда ни звезд толком, нифига ничего не было видно, как вот раньше ориентировались? Конечно, были уже, я в то время, по-моему, уже были эти компасы, все вот эти приблуды. Но по большей части все моряки старались все-таки своим личным навыкам доверять, а не различным компасам и подобной дряни. Незнание подобных базовых вещей в мореплавании могло равняться к неумению плавать. Сложно было, сложно поверить, да, друзья? Но были знаменитые пираты, которые не умели плавать. Из-за этого они были очень-очень опасными, потому что боялись воды. Вот, и в итоге сражались как черти. Была такая тема. Так, а вообще все пираты как рыбы в воде были. Плавали на ура. Так, что у нас? Британцы, испанцы, британцы. Я надеюсь, мы их вот так стороной обойдем. Воевать с ними, я думаю, незачем в данный момент, да? Зачем? Тут еще бриги. О, фрегат. Ого, испанцы, нифига себе. Они, кстати, за нами уже охотятся, да? Красный враг. Дышит бы с ними. Мы обойдем стороной. Ребята, ну, запивайте. Че вы стесняетесь-то? Я ж один не могу за всех отдуваться. Окей. Жалко сейчас, нельзя, допустим, АД передать управление и тупо плыть. То есть, ну, допустим, блять, на нос встать, посмотреть там, как волны на тебя плещут или еще что-нибудь. Или на самый верх подняться, на смотрю, ух, нифига себе, волна была огромная, ух, жесть. Красиво все-таки игра выглядит, молодцы. Юбики. Наверное, один из моих любимых ассасинов. Так вот этот... Кридов, я имею в виду. Фрегат. Матерь Божья. Интересно, идти в лобовую с ним или как? Он воевать будет против меня? Вообще, нету ли в округе еще вот таких вот товарищей? Испанец еще, блин. И он сюда прям плывет. Ну что за... Ну, надеюсь, когда задание начнется, мы сейчас сразу так бочины вот так станем, на пушки наведемся и пройдем вдоль. Хотя нет, вот так лучше, наверное. Вот так пройдем. И бомбанем сразу вот этими ядрами. Начать задание, да. Надеюсь, испанцы там исчезнут сразу куда-нибудь. Диалог какой-нибудь начнется, и все окей. О, окей, отлично. Ваш или мой корабль возьмем в этот раз? Я бы хотел сначала узнать детали. О, маленький комбит. Сей информант сказал, что на Галеоне поблизости есть нужное мне сокровище. В его же интересах не лгать. Вы я так понимаю, Галеон испанский. О, да. С его помощью мы добудем португальский флаг и подберемся к цели близко. Эта идея очень проста, если выполните мои приказы в точности. Берем галку. Отлично. Правильно. Все правильно, Эдвард, все правильно. Своя команда ближе к сердцу. Тем более там есть АДЭ. Каков наш план? Флагманский корабль перевозит в большом сундуке очень ценный груз. Хрустальные фиалы с кровью. Возможно, помните. Погоня за кровью? Угу. И это все? Я попросил вас следовать моим инструкциям, капитан. Права задавать вопросы у вас нет. Добудьте фиалы в целости. В противном случае расстанемся врагами. Усвоили? Я рискну. Насчет врагов, мудрец, я с тобой... Сюда, оказывается, нельзя, тут запрещенная зона.
Черт. С тобой, мудрец, оказывается... Я почему-то думаю, что мы рано или поздно мы его того грохнем. Потому что у меня ощущение такое, что он сейчас добьется того, что ему надо, и слиняет, как это обычно делают все засранцы. Ну, насколько... Поскольку мы играем за Эдвардом, у мудреца, я так понимаю, это не получится сделать. Я не... А, вот зеленая. Не узнаю ваш акцент. Ой-ой-ой. Вы родились на Западе? Ровно так. Мой родной город... На Западе. Впервые слышу. Да, он мог. Стоило бы поставить доску... Литл Ньюкасл. Добро Офигеть. Пожаловать в Литл Ньюкасл. Америка, походу. Всего вам доброго. Тихо, надо бы снять немножко паруса. Я сам из Суонси. О, огромный Суонси, город, нифига себе. А, не все, это все же Англия. Матерь Божья, вот я лох. А, что Ньюкасл, что Суонси, все же Англия. Я вот что-то тупанул. Что нам надо, капитан. Видите тот корабль? С его флагом вижу. Удался. Коль удастся украсть флаг так, чтобы никто не заметил, украду. Постарайтесь. Все, для ассасинчика это расплюнуть. Французы. Ладно. Надо утащить флаг, да? Давайте мы попробуем стандартные вещички наши. Приблудины, блин. Ну, ныряй, бро, ныряй. Отлично, отлично. Я аж испугался, блин. Так. Нет, это не французский. Это больше похоже на португальский, на испанский. Да? Да, это испанский. Так. Ну, отмечать будешь, нет? Отлично. Ну, отмечай его. Ну, тех, которых полностью не вижу, вот, допустим, вот это, он почему-то не хочет отмечать. Ужас, печаль. Вон там еще сверху одного отметить надо было. Этого тоже. Так, нам бы, знаете, что надо сделать? Залезть куда-то в такое место, где нас сразу не спалят, и стрельнуть разочек в этого чувачка. Ну, ядом. Хай они там все себя перемутузят. Так, этот идет сюда. Думаю... Почему? Понятно. Воу-воу-воу. Понятно, то есть яд не работает. Облом моему плану, да? Фак, а? Ладно, тогда возьмем боевое оружие. Можно было бы их тогда повырубать нафиг всех. Тихо-тихо. Вот этого запалим тоже сейчас. Отлично. Я люблю подготавливаться полностью, а потом уже действовать. Так, это во. Один ходячий. Тудым-сюдым, да? Двое стоят на позиции, один валяется. Этого надо грохнуть. Этих двух быстренько того. И подходящего тоже, да? Так. Начнем вот с этого, который драет. Отлично. Теперь, когда он поднимется, надо бы ему гостинчик сделать. Я надеюсь, он сейчас тупой будет. О, да что они валяются, тут все дела. Да? Я ж так думаю. Ну, ты иди сюда. Сюда иди, давай, кумон. Кумон, кумон, сейчас пройдешь тут, ты такой. Валяются, трупы. А, что делать? Я тебя грохну. Так. Эти не в жизнь меня не увидят отсюда. Как так?
Вообще, я не знаю, что бы было, если бы я их тупо перебил всех. Потому что, смотрите, вот сейчас меня сколько раз уже, да, почти поймали, побежал к вам куда-то. Ничего. Да-да, не надо залазить, зачем? Все, опять они у них. Типа, ай-яй-яй, что-то не так. Сколько у нас патронов? 4. 1, 2, 3, 4. 4 как раз человека. Ну, блин, там еще двое. Они услышат выстрел и трындец будет. Что будем делать, друзья? Вот смотревого, вон того, ходячего второго на другой стороне, надо бы заварить. А, он же, господи, он же вон стоит там постоянно. Давайте-ка вот так сделаем. Поплыли-ка сюда. Не-не-не, Эдвард, слезь. Слезь, говорю тебе, дурак. Давай, давай. Но не тупи, ради бога, ну. Отлично. Сейчас на той стороне его поймаем, выкинем просто. Отлично. Где-то тут он, да, выглядывает? Да, вот тут где-то должен быть. Вот я его по целям вижу. Давай, поднимайся. А почему ты не подсвечиваешь? Не подсвечивайся, а, братиш? Отлично. Нет, нет, да чтоб тебе. Блин, я не знаю. А свистнуть так не получается, видите? Я думаю, приподманю его и того скину. Что ты туда-то пошел? Ладно, будем делать то, что я больше всего умею. Фейлить. Ну, наверное, фейлить, не знаю. Вроде как про канал. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ай-яй. Ну, я так и думал, в общем-то. Ничего, ничего. Да блин. А, хочу переключить на кинжалы. А еще хочу просто всех перебить. Отлично. Готово. Стрелки, как и всегда, да? Ни шишашеньки не пошевелились. Давай заряжай, чувак. И сразу, я думаю, пора мечи уже брать. Ну? А нет, ладно. Мечи не будем брать, потому что мы сейчас залезем туда наверх. Так, флаг. Нам нужен флаг. Окей, полезли за флагом. Весь испанский галеон уже зачистили по факту. Спустить флаг. Е-хе-хей! Делов-то. Хера себе. Это же нелегкая вещичка, чтобы его так швырять, блин. И кто выбивал когда-нибудь ковры, знает, в чем тема. Давай, Эдвард. Ну, не дрейф. Ныряй, ты умеешь это. Куда незаметно-то? Там уже никого нету. Кого очковать? Надо бы перезарядиться сразу. Я так понимаю, это потребуется. Перезаряжать пистолет будешь? Нет? О-о-о. Флаг у вас? Эдвард. У нас. Наше дело выиграть. Я надеюсь на то. Помедленней. Да, от цепких глаз этот флаг нас надолго не защитит. Пожевор, сеньор. И плавлю, кто сидеретил, что прыщся фазыр. А, ой, спасибо. А чем он там скулит? Он не скулит. Он в восторге. На легком ходу пойдем по чужим флагам. Делов-то. А то, что испанцы на таких кораблях, как у меня, на английских не плавали, об этом, конечно, никто не догадался. Ну да ладно. Так, ну, будем учитывать, что эта видимость очень-очень плохая и плохо разобрать можно. Практически нереально, скажем так, тип корабля. Отлично.
Так, идем. Отдатели селя. Убавь паруса. Тут-то надо бы как-то полегче. Вперед, они что-то сгружают с того корабля. Может, это наш приз? Вам бы сойти на берег. Приз. Найти сундук, если там окажется мой. Скажем им, что у нас на борту чума. Пусть обходят стороной. Хитрожопый, кстати, план. Чума. Раньше она практически неизлечимой была. Тихо, в траву. Эдвард. Вот так. Так, давайте сразу стрельнем. Товарищи эти. Так, вот эти парочку эту я кончу, наверное, сразу же тут. С разбегу, может, того. Давай. Отлично. Ту парочку я кончу, когда они сюда подойдут. Эдвард, перезаряди пистолет, не будьте уродом. Чудик. О, кстати, тут я ж надеюсь, это будет дело работать на ура, да? Отлично. Наконец-то это... Ой, я там прозевал еще парочку, да, народ? Я не то ему вколол. Вот фак. Лол. Да, и он сейчас такой просыпается и становится... И становится таким... Я не выспался, ты меня разбудил. Что за нафиг вообще? Поехали. Блин, опять сон, да что за нафиг? Я же яд, мне надо яд. Или я его выбрать не могу? Блин, я его выбрать не могу. Ну вот это... Облом, ребятки. Реально облом. Фака. Или у нас яд просто закончен, да? Да, дротика яда нету. Как так? Как я вообще прослупочил этот момент? Ну ладно, будем действовать тем, что у нас есть. Так они стоят так. Если мы разгонимся, обоих рубанем и потом в кусты. Тема, думаю, сработает. Нет, не сработало. Блин. Ну, стреляй, Эдвард. Убегай, Эдвард. Давай, зарядка, Эдвард. Ого! Вот это фокус. Ну ладно, давай. Сами захотели драться со мной. Я вам всем устрою кузькину мать. А ты хотел. Никто вас не просил со мной воевать в открытую. Я думал, порублю вас, да и все, по очереди, а вы... Давай. Будет ли что-то у меня интересное? Кстати, вот этот балбес даже не увидел, что я тут всю его брату перерезал. Нам же лучше. Давайте, чтобы лишний раз вот с ним не возюкаться. Спи, мальчику, с ней, так. Сейчас быстренько подойдем, да, и закончим дело с ним. Не-не-не-не-не. Вот так, да. Я нынче кровожадный. Что у нас там? Угу. Так. Понятно, эти сюда идут. Ой-ой-ой, это не то. Немножко не ту кнопку нажал. Ты сюда идешь? Ага, там еще... Ряд засранцев, да? Отлично. Ладно, лучше с берега наступать на них. Будет удобней. Фак. Блин, я еще и время засечь забыл. Ну да ладно. Так. Наверное, минут 40 получится у нас. Как бы это сделать... Блин, яда нету, это плохо. Сейчас бы со всеми разобрались. Вот я на него подсел, а.
Так. Оружие. Заряжай. Это дает нам 4 трупа. 4 трупа. Остальных, думаю, дорежу. Я не знаю, что там. Вон там еще один. Иди сюда. Сюда иди. Да-да-да, иди сюда, иди сюда. Ну, убивай ты. Отлично. Тихо-тихо-тихо. Нет, лучше мечами. С мечами лучше останусь на всякий случай. Так, эти двое, я думаю, они нифига не перейдут никуда, да? А вон ту парочку твикс, наверное, на берегу сперва кончим. Они тут туда-сюда бегают. Мне это напрягает немножко. Хотя можно в наглую выйти и уже всех порубать. Ой, я, кстати, вон там еще одного чувака не заметил. А вот того... Вот того я знаю, что я с ним сделаю. Нет. Не достаю, что ли? Грусть, печаль. Черт, а? Ладно, придется работать так, как я думал. Ту парочку твикс замочить, а потом к этим прийти сюда. Вот фак, а? А, пофигу, пошли рубать их. Оу, этого я знаю. Отлично. Блин, только вот... Тихо, Эдвард, ну беги. Бум. Отлично. Так. Ну того скотобазу-то усыпить надо, она меня нервирует очень-очень. Мешает. Усни. Все, отлично. И пошли разбираться уже с ними там. В наглую. Было бы с кем еще, правда. Так, ну блин, ну я не знаю. Ну прям вообще. Сейчас я поднимусь еще и того зарежу. Или ты упал, придурок, и разбился? Да. Че поднимался, спрашивается? Отлично. Где ты? Ха, в натуре разбился. Прикольно. Ой-ой-ой. Извиняюсь, друзья. Пустые фиалы. Черт, это не то, что... Не то, на что я рассчитывал. Следуйте за кораблем. О-о-о. Пошли, поднимайся, Эд. Давай, Эд. Слезь уже ты. Они пустые, бро. Сундук с пустыми фиалами. Где наш португальский капитан? Он нам уже без надобности. Где он? Спит себе спокойно на дне моря. Скольких еще убьем за этот приз? Всех, кто попадется нам на пути. Так, это... Начинает немножко другие обороты. Посмотреть. Смотри, капитан, события. Они шли тем же курсом, и вот что вышло. Мы покрепче будем, Аде. Часто так говорят, с последним вздохом, не так? Мудрец заткнулся бы и не сопел. И так без тебя херово. Фрегат Испаньола. Дуреть, одни фрегаты, блин. Паруса спустить. Давай, разворачивайся, детка. Ну, отлично. Паруса. Спустить паруса. Ух ты, блин. Давай, проходи мимо, я тут, хоп. Фуф. Про канала. Блин, они так стоят в очередь. Хрен. Вот так. Отлично. Четко по центру пойдем, чтобы ни тому, ни другому. Блин, вот если они заметят нас, это будет трындец.
Следующий за кораблем. Это что за корабль? О, не тот запустил. Линейный корабль, охереть! Он нас на дно, наверное, с одного залпа отправит. Сэкономишь время? Да, я бы так и сделал. Я подведу галку ближе, но осторожно, там вахтенные. Ты прав. Я разберусь с ними. Да, мы-то уже знаем, что это... Ой, там... ух ты, нифига, дельфины. Так, вахтенные... Я думаю, надо со старта где-то вот отсюда начинать. Давай-ка вот так сделаем. Отметим всех вот этих чудиков. На крыше там нет. Так. Вон там я вижу кусты. Тихо. Рано залазить в зону. Так, все, давай, жару. Давай, жару. Мы должны успеть в кусты залезть. Давай. Отлично. Так, сразу проверяем, могу я усыпить вот этих товарищей. Не достаю, да? Ну, как обычно, блин. А их, кстати, убрать надо вообще. Сменим на это оружие. Так, теперь вот этого чувака тоже отметить надо. Угу. Так, если в следующие кусты мы залезем, что мы получим? Близко к толпе, да, вот этих товарищей? Не-не-не, тише. Никого ты там не видел, все окей, да, вообще. Все нормуль. Не очкуй, парень. Не очкуй, парень. Так, а теперь, я думаю, их усыпить можно. Угу. Да? Ведь их можно усыпить. Отлично. Так, и пока... пока они спят, можно, в принципе, тут пару баки устроить, да? Да, в принципе. Чего бояться-то? Главного зарубали сейчас. Пробить защиту. Ау. Ну, я же нажимаю. Блин. Достал. Ладно, все. Кончать пора с вами. Тихо. Мечи. Более серьезная вещь. Поехали дальше. Отлично. Кто следующий? Так. О-хо-хо-хо. Забавно. Ну, нападать будешь? Так, блин, те проснулись, ну что за... Перезаряжай оружие. Отлично, в кушере сейчас, оп, сюда. Чекнем. Или тут уже некого чекать? Окей. Там еще одного, да, надо на вышке будет. Сколько у нас? Ах, две штуки совсем. Совсем две штуки, совсем мало. Ну ладно, давайте вот так, наверное. На дерево спрыгнуть сверху не получится, окей. Ну, я думаю, меня сейчас никто тут не запалит, в принципе. Всех уже перебил на земле. Так что аккуратненько залезем, порешаем их там быстренько. Вот это, унтер-офицера вот этого грохнуть сразу надо. Слушайте, да это вообще шикарно получилось, боеприпасы взять. Надо бы. Боеприпасы, да. Сасы. Дротики. Нифига дротиков не дают, сучонок. Ну, это. Я знаю, что ты умеешь прыгать, так что давай, не стесняйся. На мечи перейдем, если в ближнем бою придется.
устраивать побегушки. Так, сразу давайте вот этих... Нет, это не помечается. Я думаю, вот так. Сперва, да, оценим. Ни черта себе их там. И они все стоят, что ли, тут? Угу, двое, значит, ходячих, один. Трое стоят. Двое ходят. Двое ходят. Так, у нас 4 выстрела. Окей, сразу 4 можно пропать. А можно, интересно, по крыше подняться? Нет, сюда нельзя, да? Окей, смотрим, что тут у нас. Я вон там вижу. Вон, люди. Да, это ведь люди. Да, это люди. Я думаю, с корабля меня тоже могут запалить. О, какая жесть, а. Замечайся. Там не достает видимость, да? Блин. Можно, конечно, порубать их тупо. Порубать их тупо. О, вот это дерево, оно куда поднимается? Вот так, да. Да, Эд, ну что ты творишь, ну? Как ребенок. Нет, не перепрыгиваешь сюда. Понятно, не хочешь. Ну, окей. Так, троих. Четверых. Один офицер скоростной, которому пробивать защиту придется. 3 лоха и 1 зверила. Можно попробовать вот таким делом шпильнуть их. Можно монетки сыпануть, чтобы они тут того. Можно попробовать как-то отвлечь их. Я, блин, даже не знаю прям. Давайте свистнем. Свистнем. Нет, 0 эмоций. Можно бомбу и тупо порубать их. Вот так-то. Ребят, сори, конечно, что я вас так отхлобучил, но такова жизнь. Так. Взять боеприпасы. Теперь надо... Фак, как я его не заметил-то сразу. Еще трое, да? Бомба — это хорошая штука. Ей надо будет почаще пользоваться. Вот это кушери, я не знаю, в них залезть можно, нет? Вот в нижние точно, наверное, можно. Угу. Интересно, свистнуть получится, чтобы его сюда притащить? Нет, не получается. Этого запалим? Да, запали. Давайте-ка мы, наверное, вот так кинжалы поставим. Сейчас, когда сюда пойдет, мы с разбегу его чикнем. Точнее, я думаю, даже... Не-не-не-не-не-не-не-не. Вот так. Сейчас сразу с разгона вжик его. Вжик-вжик и все. Смотревой смотрит, да. Ну да ладно. Воу-воу-воу. Ну, тоже пойдет. Эй, ну... Слазь. Да с... Отлично. Поплавай немножко. Так. Отлично. Фух, так, что тут у нас? Еще больше нету, интересно? Давайте-ка вот сюда засунемся. Лучше это выберем. Угу. А фонарить. Ну этих, ладно, я вот так. Быстро я приходую. Все дела. Этого засранца. Может его попробовать шпульнуть туда в него? Maybe он там это того упадет сам. Ну хотя он по центру стоит.
Так, смотрю, сняли. Блин, надо было боеприпасы забрать. Все спинами к нам, да? Отлично. И этого, я думаю, мы уберем быстро. Не вертись, бро. Так. Вон, того нам надо снять. А, это капитан вовсе. Слушайте, по-моему, это, наверное, один из этих тамплиеров. Синенькая цель. А, дуреть. Их реально много. Я, конечно, супермен, но не настолько. А, дуреть. Что у нас с вооружением? Ну да, четверых человек, допустим, я уберу. С остальными придется махач устраивать. Еще там наверху поди стоят. Нет. Вот оно как. Все. Ха-ха, всего-то. Немножко снайпером подработал. Вот это да. Эта тема мне нравится. Нас заметили. Япон батон. По местам, вставай к пушкам. Все до одного. По вашей команде. Пусть этот зверь зарычит. Я так понимаю... Так, это явно не галка. Явно, прям явно. Давай, разворачиваемся. А, дуреть. А, дуреть. Ну давай, не тормози. Ну, перезаряжай. Да. Это, конечно, не галка. Вот я про что говорил, линейка это в жесть. Ты еще и огрызаешься? Нет, ничего лучше этого из самого сердца. Отлично, готово. Полный ход. Так, нам надо бы развернуться вот так. Подходящая дистанция. Я знаю. Давай, давай, рубай, рубай. Добиваем. Хороший залп нам поможет. Отлично. Ух ты, блин. Что, хороша водичка? Да, жесть. Отлично. Я даже сам себя практически слышу, тут такой бойни. Блин. Отлично. Ну, добить. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бум. Отлично. Так. Красавчик, ты дурак или притворяйся? Раз... Отлично, сейчас мы его покромсаем вообще нафиг. Есть. Только скажите, как... Фуф. Полный ход. Валим отсюда. Корабль, конечно, не пиратский, он слишком неповоротливый. Его, если обнаружат, то все. Считай, уже не убежишь никак. Придется сражаться. А если будет флот, то считай, любой корабль затопят. Так что крупный не значит круто. Плывем. Ну, в принципе, неплохо так отвоевали, да, я думаю. Где АД? А, АД на галке. Я к нему уже привык, непривычно немножечко. Музычка все еще такая адская. Отпусти штурвал, да? Отлично. Теперь, думаю, надо обшмалать борт и найти. Тамплиеры времени не теряют. Кровь Лауренса Принца. Ни к чему. Вудс Роджерс, Бен Харнигал, даже Торрес.
Всего по капле для особых целей. Отведите меня в обсерваторию. Хочу знать, что это. Зачем это, а? Хотите меня обмануть? Или работать вместе для общего блага? Хочу улучшить свой удел. Какие глупости. Короткая, но веселая жизнь. Вот мой девиз. Для меня все просто. Взгляните, капитан. Вы заслужили. На что? Избегайте стычек. Нет, не наши. Используйте тарзанку, чтобы убить капитана. Мы сделали круче, даже на корабле не поднявшись. Так что, все очень даже круто было у нас. Ой, Галка, как я... Приятно тебя видеть. О-о-о-о, вот это вот не надо было. Еще паруса отдать! Полный ход. Драп-драп-драп отсюда. Пошли. Интересно... У нас, наверное, этот. Ну, опять вот эти лаги вонючие. Ну что за фигня? Ой-ой, там бомбежка. Я надеюсь, это наш товарищ. Линейный уровень 36. Блин, рядом с ним не по себе. Когда такая махина плывет. Так, давайте сразу посмотрим, куда нам. Угу. Убийство и хаос. Странное название. Доплывем до туда, думаю, и можно будет серию заканчивать. Так, давай, вот так сделаем, наверное. Чтобы быстрее доплыть. Уже узнать, что нас там будет тревожить. Какая будет следующая серия. Точнее, о чем, я бы сказал. А, все понятно. Мы плывем к кораблю этого мудреца. Я не знаю, как его там зовут. Так, вот сюда, что у нас тут? Да, кстати, ассасины все-таки на восьмерке не очень стабильно работают. В прошлый раз я в серии писался на семерке, там лагов вообще никогда не наблюдалось. А тут прям понемножку есть. Ничего. Посмотрим, что с этим можно будет сделать. Так. Что я на полном ходу иду, сейчас протараню его еще. Так. Угу, он бортом ко мне стоит. Понятно, это неинтересно. Припаркуемся. Фак, я начал еще задание. Ну ладно, сейчас прослушаем тогда и все. Мы совсем рядом с величайшим призом. Я чувствую только ветер в ушах, капитан. Перестань. Этого сокровища нам хватит на всю жизнь. На 10 жизней. Как скажешь. Эгей, Робертс. Встретимся на берегу. За вами следили, капитан Кенуэй? Интересно, долго я ли? Я так и думал. Хорнику, англичане. Сжечь этого предателя. Разберитесь со своим старым другом, пока я не пожалел, что пошел на это. А этот мудрешка мог бы и помочь, блин. У него корабль одного залпа бы хватило. Капитан, подумай, правильно ли ты поступаешь? Хватит тебе ворчать, Аде. Капитан Хорниголд хочет нас убить. Предатель должен умереть. Но что потом? Уверен, что заслужил обсерваторию больше, чем он и его тамплиеры? Нет, вовсе нет. Но что остается? Если есть другие идеи, так не молчи. Забудь о Робертсе. Скажи ассасинам. Пусть придут и защитят это место. Ага, пусть придут. Обойдется им это в кругленькую сумму. Вполне, кстати, реально. Не заниматься вот этой дрянью с обсерваторией, посмотреть, что это такое, а потом уже, возможно, просто за деньги обменять ее, точнее, местоположение за деньги обменять ассасинам. Все-таки Кенуэй ради наживы тут в основном, а не ассасинских примочек.
Ну ладно, друзья, это будет, наверное, в следующей серии. Спасибо, что смотрели. С вами был Ичис. Ставьте лайки, дизлайки, комментируйте, подписывайтесь. Всем пока. Ижу.